осознание страдания не как вот этого чувствования, которое пьянит некоторых, как вино, ничто так не пьянит, как вино страданий, говорил Бальзак, а осознание, что я сейчас не уместен. А значит, я могу и должен найти место. Найти себе место в настоящем. Найти себе место в отношениях. Вот вы можете страдать, когда вы пришли домой, поговорили с домашними и чувствуете, что вы неуместны. Вы можете предаться страданию, пойти сесть в угол, значит, трагично смотреть в выключенный телевизор, демонстрируя всем, вот, как велико и неизбывно ваше страдание. Вот. А можете подумать, как вы можете быть уместны. И вы можете сделать... И осознав, что вы ищете сейчас свое место здесь, да, вы можете найти это место в коммуникации с близкими людьми.